Всем привет, друзья! Сегодня на моем канале уборка влог номер 7. Сегодня мы с вами будем удалять целый дом. Я покажу те комнаты, которые раньше не показывал. Удремся с вами в них. И сейчас мы, как по традиции, начнем, наверное, с кухни, потому что сейчас мы будем скоро завтракать. Точнее, некоторые люди уже отъедают, но мы только завтракать садимся, вот. И поэтому немножко удремся на кухне, загрузим посудомойку, разберемся с посудой. И нужно также еще... Спасибо. И нужно также еще почистить газовую плиту. Чуть-чуть закончил убирать кухню, разобрался тут с посудой. Вот эту кастрюлю осталось, только это мы в хате варим в ней еду. И сейчас я домой и буду запускать, замочу раковину. Кстати, средство для раковины, кому интересно, вот такое вот я использую. Оно продается в фикс-прайсе, оно просто замечательное, несмотря на свою небольшую цену. Вот, очень хорошо помогает. Вот в этих вот местах, да, на камере, скорее всего, это плохо видно, но такие, знаете, подтеки воды остаются. И также, кому интересно, что это за ведро стоит такое, это ведро специально для каких-то остатков пищи, для чая. Вот и все, мы потом выносим на компостную кучу, а ведро мы вытираем под раковину. И также я займусь потом газовой плитой. Сейчас, кстати, запустил посудомоечную машину, она ей стала сделать 48 минут. И потом я запущу вот эти вот комфорты. Я не хочу наводить, там грязно, мне стыдно. Поэтому издалека. Короче, вот эти вот комфорты мне надо запустить. Я их не люблю сам мыть. И также надо решетку от вытяжки тоже запустить. И, кстати, средство для плиты я использую вот такое вот. Какой-то киф, крем с микро
кристаллами, легко удаляет 100% грязь. Тоже, кстати, очень хороший. Недавно его купил, так что пользуюсь. Тоже, кстати, он вроде продается в фикс-прайсе. А до этого... У меня вот здесь все стоит такое. У меня еще есть вот такое средство, тоже для плиты. Это идет тоже как гель. Тоже очень хорошее. И я использую еще вот такое вот средство. Раньше использовал санитол. Но знаете, вот это по запаху оно очень сильно пахнет. И когда я чищу газовую плиту, я включаю вытяжку. Но пока мне хватает этих гелей справиться с грязью. А это вот уже, знаете, в самую... экстренном случае, но очень хорошо тоже все удаляет. Нужно только повшикать, подождать, и замечательно все. Вот такие дела. И, наверное, сейчас мы сначала все-таки покушаем. Вот. И потом займемся остальной частью дома. А еще мне надо поставить, заряжаться камеру.
Так, все, наша уборка на кухне закончилась. Я тут помыл полы, как вы видите. Собачьи миски, втер тут все, холодильник и все. Почистил газовую плиту. Как видите, теперь она чистая. Так, не обращайте внимания, там уже начали готовить. Вот. В принципе, тут теперь чистенько и все хорошо. Посуды нет, ничего не мешает. Чисто. И сейчас мы с вами переходим в следующую нашу комнату. Это ванная комната на первом этаже. Так, вот наша ванная на первом этаже. Вот так она выглядит. Такая большая, тут окошечко. И какие у нас сегодня будут с вами дела в ванной. Мы обязательно разобрать вот тот угол немножко. Почистить раковину, почистить туалет. Протереть пыль вот здесь, на стиральной машине. И вот здесь все разобрать. И все убрать. И точно так же здесь все разобрать и убрать. Также запустить, стирать вот эту вот штору, потому что мы ее давно уже не стирали, как-то не хочется ее постирать. По возможности, если что, помыть окно, потому что пыль от дороги летит, и окна быстро мораются. Вот так. Ну и вот этот уголок, тут тоже убрать все. И точно так же тут все убрать. Так, уборочка идет полным ходом, я уже снял шторы, запустил ее стирать, убрался на этом вот комодике и также убрался на стиральной машинке. Сейчас, наверное, я залью унитаз. Душевая кабинка у нас, в принципе, чистая, так что можно ее будет не особо чистить. Вот. И разобрать вот это вот все. Эта машинка стирает.
чинен. Вот, я помыл зеркало, помыл всю раковину, тут все помыл. Все поменял, полы помыл, вот эти вот, которые есть. Также пропылесосил ковер, вот эти вот фет надо зашоркать. Вот я уже сделаю дизлаз. Также у меня тут тоже все постиралось. Штора тоже постиралась, теперь она чистенькая, и ванна даже стала светлее. Это одежда папы только что с работы пришел, пока тут лежит. Так, я немного подвинул, кстати, цветок в другую сторону. Думаю, так лучше. Протер уголок, протер все здесь, протер здесь, почистил все так. И теперь здесь очень даже чистенько. И дальше мы с вами пойдем, скорее всего, мыть лесенки на... Все, ребята, я буду заканчивать это видео. Как вы поняли, я уже прибрал большую часть дома. Все-таки я понимаю, что уборка влог снимается довольно-таки сложно, потому что тебе надо все время переставлять эту камеру. Поэтому я убрал не весь дом, а только часть, так скажем, самой главной комнаты. И заканчиваю это видео в ванной на первом этаже, и сейчас пойду его монтировать. Точнее, не я, мама. Всем спасибо за просмотр. Все нужные ссылки на меня внизу в описании. Не забудьте подписаться на мой канал. И всем пока.